Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер, и я решил сделать ночной ролик после стрима, даже не убрал, ладно. Будем пробовать с вами выбить на этом аккаунте недостающих героев. Аккаунт, как видите, не донатный. Ну, это не донат, 2800. По героям сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Не успеваю немножко. Поэтому ждите быстрый топовый роллинг. Фрэнк, Булгич, Миша, Королева Гарпий, Скиталец, Рогатка, Махатма, Асура. А тут выбивать и выбивать. Ян, Космо. Короче, тут реально полный трэш. Коробки, чары. Короче, поехали. Поехали, попробуем что-то интересное вытащить. Заодно и посмотрим на рандомчик после полуночи. Как оно падает. Бульдозер призрачный. Неплохо. Пожалуйста, Асурик недостающий. Тут, конечно, должно сейчас просто сыпать бешено. Фея, Королева Гарпий, Гаргул Ворожей, ну я же говорил, сейчас будет просто насыпать. Валька, Ронин, Миша, добрый вечер, Миша, я надеюсь, он его там не начал собирать. Королева Ос, ребята, это все просто ночная админ панелька. Такс, блин. 0.5. А он его не собирал, в принципе, хорошо. Такс. Че, поехали. Посмотрим, кого мы там должны открывать. Так. Миша есть. Миша есть. Асурик есть. Урожай у него был. Да и все, Королева Ос. И все, что ли? Печально, печально. А я-то думал. Хотя, в принципе, эти герои тоже недостающие. Любой недостающий герой — это хорошо. Это у вас есть возможность скачнуть линейки. Сразу же талант. Так. Королева Ос. В принципе, поехали дальше. Давайте в рейдик сбегаем. Сейчас всех сольем нафиг. Это не точно. А теперь точно. Да давайте добивайте уже. Отлично. Так, ну что, поехали дальше. По слизням я даже что-то сомневаюсь, что мы соберем. Это, наверное, Unreal в последнее время, но хотя мы уже вчера собрали. Так, Арташка, Атлант, пожалуйста, Скиталец, Тесса, ну что еще надо, Друид, давай, рандомчик, удиви нас. Тесса, кстати, у него и Скиталец тоже недостающие. Ракас, Кенди. Тетушка Кенди. Так, и сейчас мы далее. Призрачный всадник. Поехали. Открываем следующих героев. Скиталец. Неплохо, неплохо, Тесочка. Тоже довольно-таки неплохой бездонат. Так, смотрим. А, Королева Гарпий еще у нас есть, кстати. Королева Гарпий, Атлант. Ну, как это мы Атланта не откроем? Королева Гарпий, Атлант. Наверное, у него еще кто-то есть на складе по-любому. Так.
Лев Гарпий. Чего не открывает герой? Вот я не пойму, чего они вам мешают? Откройте, у вас же будут очки подниматься и прочее. Так, куча ронинов, прочего. Так, окей. Заклинательницы нету. Поехали. Просто изи свалим. Но он у него уже есть. Медузка. Батька сказал, батька выбил. Ребята, я даже орать не буду, потому что уже поздно. Просто поставили лайк. Вы, короче, все поняли. Мы просто мега эпически прокачали этот аккаунт. Так, Космик. Что у нас тут? Фрэнк, Бугич, Рогатка, Землеройка, Оккультист, Ледяха. Блин, тут, конечно, такие герои хорошие еще надо. Чем поехали? А, поехали, давайте посмотрим, что мы там уже выбили. Попробуем что-то наролить. Все-таки мы уже офигенные герои вытащили ему. Я считаю, герои действительно достойны. Заодно посмотрим, что у него творится по талантам. Так, исцеление. Ну, здравствуй, тыковка, ты уже имеешь исцеление. Падла. Так, утекание. Ну, нафига ему утекание? Ну, для чего было качать это утекание на нем? Ну, бестолковое. Бесполезное. Кому это исцеление ставит? Нифига себе, посмотрите, какого я ему атланта открыл. Охренеть. Охренеть просто. Вы такие скажете, what the fuck, нахрена исцеление? Это мы тоже не знаем. Так, железка ищем. И у него тут вообще, я так понял, тут особый трэш. А где его Анубис? Что, у него Анубиса нету? Понял. Не поняла. Я не поняла. Блин. Кому-то лить эту железку. Я что-то не могу понять. Да, у него Анубиса нету. Чаль. Я-то думал. Бум-бум-бум-бум-бум. Даже не знаю, честно говоря, что делать с этой железкой. Да ее притулить. Поддашка тоже как вариант неплохо. Такой талант, конечно, что туда и не сюда. Поставлю на малышенник. Хоть станется не будет. Так, ТУшка, это можно на химку, на химке есть. Значит, ставим просто духу. Огонь, ребятушки, просто бомба-ракета. Ставим ремочку, сразу же порочный пакт. Он спадает. ППшку можно и мишане втулить. Пластик, бомбастик, сюда, утекание, сюда, разброс, сюда, стойкость, сюда, гнев, сюда, будет жирно.
тут пошли у нас же допы. Так, огненочка. Сюда. Это нафиг не надо. Оживо. Чувствую, сейчас нам что-то еще интересное по-любому должно выпасть. Кому это оживо тыкать? Я даже не знаю. Замедление. Огонь. Огонь, ребята. О, блин, надо было живо туда затыкнуть. Так, ну огонь можно, в принципе. За кому вот этот огонь тыкать тоже. Ой, оно себе. Ну, сюда там разброс тут ведьма. Здравствуй, еще один разброс. Здравствуй, еще одна огненка. Еще одна огненка топовая. Так, у ворожей есть, у стрелка. Нахрен. Нахрен эту дичь. Каменку качать даже не думайте. Самое отстойное на сегодня, что есть. СУ. Ну, что я могу сказать? Неплохо, неплохо. Вообще просто, ребятушки, на изи. Так, что тут у нас? Живо. Ставлю сюда. Ну, Атланта я потом поменяю. Пусть пока побудет. Все-таки это имбово было. Так, это оставим. Оставим коробки. Ни хрена их сливать. Ну что, поехали. Добьем. Добьем, так сказать, без доната. Суккуб. Валентина. Я же говорил, сейчас будет что-то. Это мега эпическое. Так. Дед Мороз. Красный нос. Ворожей. Ну, ворожей есть. Варлок. Варлока, кстати, вроде нет. Так, смотрим. Смотрим сюда. Варлок. Да, Варлок тоже у нас недостающий герой. Поздравляю. Так, итого, что мы имеем по коллекционеру? Видите, чуть-чуть маловато самоцветов. Но зато плюхи получили. Вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.